Что произошло? Это кровь. Моя кровь, море моей крови. Угостишь, морячок? Гарри Флинн! Эй! Как ты тут оказался? Вообще-то ищу тебя. О,
Мне уже начинать бояться? Сейчас узнаешь. Садись. Есть работенка? Да ну. Клиент желает расстаться с кругленькой суммой, если мы добудем для него некий предмет. Я слушаю. Вот. Тебе точно понравится. О, нет. Ты рехнулся. Стой, стой, послушай. Лин, мы знаем двух человек, которые погибли, пытаясь там что-то... Ну, а еще один выбрался. Еле выбрался. Без тебя я не смогу, Дрейк. Тут только ты справишься. И тебе ли не знать, что это работа на двоих? Нет, нет, нет. На троих, вообще-то. Именно. Помяни дьявола, он и явится. Что? Хлоя Фрейзер. Нейт. Дрейк Нейтан. Дрейк. Привет, Гарри. Хлоя одна из лучших в нашем ремесле. С ней не пропадем. Ну-ну. Смотри. Я все обдумал. Войдем по сточной трубе. Заманчиво. Окажемся во дворе, отсюда влезем по стене. Перебежим по крыше и спустимся прямо в выставочный зал. Все просто. И что? Мне за это будет, спросишь ты? Ты уловил мою мысль. Что? Это лампа? Да. Это смешно. Не понимаю. Мы тоже. Вот почему разыскали тебя. Клиент ваш просто псих. Ну, чокнутый, которому денег некуда девать. Кроме того, это не стоит усилий. Это не все. Я надеюсь, ты не забыл латынь, Нейт? Где ты это взял? Одолжил. Из архива клиента. В Трапезунде на нас напали грабители. Отец, Мафео и я потеряли свои сокровища. Это написал Марко Поло. Да, но это мы и сами поняли. Но дальше какая-то абракадабра. Погоди-ка. Но печаль свою я скрыл от всех. Я спрятал ее там, где никто не будет искать. Свет великого хана хранит судьбу 13. Видишь, какая ты чушь. Это же потерянные корабли. Да. Эй, я ничего не понял. Марко Поло шел из Китая. На 14 кораблях 600 людей. Вез дары Хубилай хана. Но к берегам Персии через полтора года он пришел на одном корабле с 18 пассажирами. Он все записывал, все, что видел в пути, но он не упоминает о судьбе пропавших людей и кораблей. Так значит, где-то там ждут своего часа 13 кораблей, нагруженных ханскими сокровищами. Да, вот их ваш клиент и ищет. Посмотрите. Лампа покрыта монгольскими письменами. Это дар Хубилай хана. Свет великого хана хранит судьбу 13. Марко Поло что-то спрятал внутри лампы. Что-то, что может указать на корабли. Ну, мы же опередим клиента. А конечно. То ты с нами? Ну да. Ведь ничего же страшного. Ugh.
Конечно, заперто. Как всегда. Он жив. Поверишь, тут в карте. Привет. О, что, сразу к делу? Может, расскажешь, что происходит? Ты про Флина? Да, могла предупредить. И пропустить такое шоу? Кроме того, мне было не так просто тебя найти. Ха, уж кто бы говорил. О, ты что, ревнуешь? В конце концов, не забывай, кто от кого ушел. Даже не думай ревновать. Погоди-ка, Хлоя. Если тебя это утешит, мои отношения с Флином сугубо деловые. Правда? Ну, практически. Ой. Когда я узнала, что он напал на след, я подумала, ты не захочешь это пропустить. Что предлагаешь? Как обычно. Крадем сокровища. Находим корабли и смываемся. С Флином. Mm-hmm. А потом? А потом делим добычу, и мы с тобой просто исчезаем. Вместе в этот раз. Ясно. Но только он не должен ничего знать. Он разозлится. Он переживет. Я знаю. Thank you.
Еще не передумал? Предпочел бы иметь пушку. Не потребуется. Ради собственного спокойствия. Флинн, это просто музейная охрана. И мы знаем ее расположение. Спокойно. Спокойно? Спокойно. Ты представляешь себе турецкую тюрьму? Ты понимаешь, что нас просто запрут и выбросят чертов ключ. Надеюсь, тебе это понятно? Лучше, чем тебе. Может, тебе и нравится такая перспектива. Мне нет. Мы не можем допустить ошибку и не допустим. Это здесь. Сюда. Так что, если мы нарвемся на патруль? Тогда и разберемся. То есть, куда кривая вылезет? Это называется импровизировать. Ах, вот оно что. У меня гибкое мышление. Мышление? Вот ведь самомнение. Вот. Что я вам говорил? Вон там мы проберемся, прямо к музею. Ну, будем надеяться. Тебе стоит больше доверять мне. Ладно, я пойду вот здесь. Помните, эта башня – единственный путь в музей. Но сначала надо погасить прожекторы. Разберемся. Электричество надо отрубить раньше, чем мы дойдем до второго двора. Будет сделано. Я буду ждать в машине в условленном месте. Главное, чтобы все успели вовремя унести ноги. Постараемся. Хватит болтать. За дело. Хлоя. Увидимся на той стороне. Жду не дождусь. Ты точно знаешь, куда идти?
Разумеется, знаю. Ты что, разве не любишь бегать в мокрых джинсах? Как в старые добрые времена. Да. А когда это было? Постой. Здесь тупик. Мы, наверное, не туда свернули. Эй, готов поспорить. Это путь прямо в котельную. А это уже музей. Эй, да, Флин, круто. Что? Эй, да, Флин. О чем ты? Просто подсади меня. Поехали. Спасибо. Почти пришли. Готов? Храбрецам у нас дорога. Поехали. Порядок. Дотянись до лестницы. Так, ладно. Да. Вот, я сбросил тебе лестницу. Так, здесь можно пройти во двор. Этим путем мы не пойдем, если не хотим свариться заживо. Так, где-то тут должен быть запорный клапан. Ну так поищи его. Готово.
Так, тут за углом должна быть дверь. Тут мы и войдем. Когда войдем, строго следуем плану, ясно? Скучал по приключениям? То как же. Заперто. Как знал, что понадобится. Я умею ковыряться не только в носу. Стой! Сигнализация. Вроде раньше ее не было. Класс. И что теперь? Можно отключить, если найти распределительную коробку. Должна быть где-то здесь. Вот должно сработать. Так, мы на месте. Черт. Я сам. Вон башня. Да. Но влезть можно только через крышу, а до нее еще надо добраться. Надо пройти в соседний двор, через вон те ворота. Тогда идем. Надо подняться на балкон. Можно перелезть через ворота. Понял. Gece vardiyasında çalışmaktan nefret ediyorum. Çört. Haklısın abi. Второй готов. Hiçbir şey olmuyor. Bazen o kadar canım sıkılıyor ki uyanık kalmakta zorluk çekiyorum. (Gülüyor)
Kaçmaya çalışma. Yakaladım. Dur dur onu. Черт. Второй готов. Orada. Черт! Дур, дур, оно! Черт! Второй готов. Orada. Vardiyan ne zaman bitiyor? Daha çok. 15 dakikaya kadar bitiyor. Мы почти на месте. Я направо, ты налево. Müze kapalı. Ну, надо будет поднять их и проскочить. Эй, эй, не спеши. Сигнализация. Черт. Отключишь ее? Жди здесь. Все, отключил. Ладно. Раз, два, три. Давай. Ну как?
Нормально. Давай. Да скорее ты. Тише. Тише. Ладно, теперь надо пересечь двор и влезть на крышу. Ладно, хочешь надрать им задницу, я не против. Конечно. К фонтану. Йоргуном, я на джейве гитмек стюрм. Спи крепко. Senin burada olmaman lazım. Черт. Фонтану. Uzakta dur. Teslim ol! Черт! Yakalayın onu! К фонтану. Orada. Bay-bay. Kaçamayacak. Фонтану. Senin burada işin ne? Düştü. Durdur onu! Фонтану. Спи крепко. Hey, ne yapıyorsun burada? Yakaladım. Bütün balanı arayın. Фонтану. Uzakta dur. Benim burada olmaman lazım.
Черт! Köşeye sıkıştırın! Fontano. Müze kapalı. Çart. Durdur onu. Fontano. Спи крепко. Yabancı! Hey! Senin burada olmaman lazım. Yakaladım. Köşeye sıkıştırın. Fontano. Stik krepke. Orada. Kaçacak yerin yok. Вот. Durdur onu! Fontano. Çık ortaya! Kaçmaya çalışma. Yürüyün! Zarası! Kaçamayacak! Fontano. Hey, ne yapıyorsun burada? Yakaladım. Bütün balanı alayın. Fontano. Uzakta dur. Oh!
Нет. Burada biri var. Uzakta dur. Yakaladım. Зараза. Bütün balanı arayın. К фонтану. Orada. Yakaladım. Bütün balanı arayın. К фонтану. Сладких снов. О, черт. Решение сокаштерен. К фонтану. Орда. Черт. Решение сокаштерен. К фонтану. А? Союлируюсь. Якаладе! Дур-дур-оно! К фонтану. Сладких снов. Черт. Дур-дур-оно! К фонтану.
Yabancı! Düştü! Bütün balanı arayın! Fontano. Düştü! Kaçamayacak! Fontano. Пора спать. Kapalı. Yakaladım. Bütün balanı arayın. Fontano. Сладких снов. Теперь надо придумать, как добраться до окна. Какого окна? Тут много окон. Что теперь? Полковник Кольт уравняет право. Гениально. Пушки? Ты рехнулся? Расслабься, всего лишь транквилизаторы. Совершенно безвредны. Твоя совесть будет абсолютно чиста. Ну ладно. Так, теперь слушай меня. Дальность стрельбы у них не фонтан, так что бить надо в упор. Ты понял меня? Я умею стрелять, умник. Ладно. Ладно, давай займемся ими. Bu kutulara bizim taşımamızı beklemiyorlar umarım. Bu bizim görevimiz değil ki.
Орда! Черт! Дурдурана! Ладно, давай займемся ими. Займемся ими. Bunlar ne ki zaten? Eski sergiden kalan eşyalar. Порядок. Ну, поехали. Нам надо на ту площадку. Должна помочь. Помоги мне, ладно? Почему телега такая тяжелая? О, это пойдет. Осталось найти лошадь. Влезем на крышу по тем стропилам, если доберемся до них. Хоть кто-то из нас запасливый. Лови. Вперед. Эллад, юкоре! Эллад! Спасибо, друг. Давай. Ладно, ладно, иду. В следующий раз я поеду на лифте. Вот башня. Совсем недалеко. Это я и сам понял, умник.
Не смотреть вниз. Не смотреть, не смотреть. Идем. Ama ben kişisel olarak turistlerle muhatap olmak istemem. Держи меня. Толстеешь, приятель. О, черт, чуть не сорвался. Можешь забыть о пончиках. Еще раз. Песня. Я следую. Как обычно. Да, классный вид. Я вижу твой дом. Не стой на месте. Точно под тобой охранник. Почти на месте. Да, почему не вырублен свет? Лоя справится, не сомневайся. Башня освещена, ближе мы не подберемся. Что она там делает? Давай, Хлоя. Умница моя. Так, можем идти. Дамы, вперед. Ха, прелесть. Поехали.
Вот она. Тут сигнализация. Если не открыть замок, она взвоет. Достаточно просто коснуться стекла. Спокойствие. Вуаля. Отлично. Это точно та самая? Есть только один способ выяснить. Прости, Марко. Черт. Я бы выразился иначе. И все? Ни хрена ж не видно. Свет великого хана. Погоди-ка. Что ты делаешь? Это смола. Она горит. И? Дай зажигалку. Думаешь, стоит делать это здесь? Давай. Ого. Покажи-ка. Огромная волна выбросила корабли в сердце джунглей Явы. Значит, это было цунами. Да, где-то на западе Борнео. Область поиска сужается. Смотри. Наверняка они оказались неподалеку вот от этой горы. Найдем эту гору, найдем корабли. Ты молодец. Подожди, это не все. Так, будто бы сам океан стремился исторгнуть ужасную ношу, что мы везли из Шамбалы. Проклятие Чинтамани. Ты что-нибудь понял? Шамбала. Боже, Флинн! Что? Марко Поло нашел Шамбалу. Шангри-Ла. Шутишь? Если они везли Чинтамани, то камень еще там. Это очень увлекательно, но пора бежать. Да, я иду. Что ты делаешь? Прости, друг. Здесь наши пути расходятся. Стой, Флинн, был уговор. Да, какой-то был. Только я решил его изменить. Хватит, бросай веревку, придурок. Ну да, конечно, ты у нас самый умный. Только упустил из виду одну деталь. Правда? Партнер. Ты что, пристрелишь меня? Нет, просто устраню с дороги на время. Черт. Ты думаешь, я не знал про корабли с самого начала? Любой школьник догадался бы. Флинн, слушай. Открой глаза. Тебя надули. А-а, не спеши. Сначала познакомься с охраной. Ну все, мой выход. Не сердись, друг. Чтоб тебя, Флинн. Çıkışları kapatın. Kapıyı kapatın. Нет, 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 нет. Ну все, мне конец. Elinde silah var. Черт. Чтоб тебя, Флинн. Чтоб тебя, Флинн. Çıkışları kapatın. Kapıyı kapatın. Нет, 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 нет. А, черт. Почему я чёрт? Так, так. Думай, Нейт, думай. Orada.
Орда! Есть, вот он. Так, сюда, сюда. Так, давай, Нейт, шевели мозгами. Оборода! Как же мне отсюда выбраться? Вот так. Надо к лестнице. До новых встреч. Ты упустил из виду одну крошечную деталь, партнер. Что? Открой глаза, тебя надули. Серьезно? Эй, кто там? Проваливайте, я занят. Какая жалость. Салли. Тебя нельзя оставлять без присмотра. Как же я рад тебя видеть. Как твои дела? Дела лучше некуда. Дал. Кое-кому на лапу. На это ушли все твои деньги. И немало моих. Однако... Ну ты воняешь. Не хуже твои сигары. Да. Как ты нашел меня? Через одну общую знакомую. Привет, Нейт. О, нет, нет, нет. Да подожди. Салли, запри дверь, она нас здесь не достанет. Помолчи хоть минуту. Выслушай. Спасибо, Виктор. Ты уж прости, Салли, но ты плохо разбираешься в людях. Особенно в женщинах. Не спорю. И все-таки... Кошмар. Да, да ладно. Не все так плохо. Вот, даже личное ведро. Раньше-то было одно на восьмерых. Слушай, Нейт. Я очень признателен, что ты ко мне заглянула. Но если бы вы с Флином так подло не подставили сказать... меня, я бы не гнил три месяца. Слушай, в этой вонючей Нейт. Дыре. Так что прости, что не спешу, ну, прижать тебя к груди. Я ни в чем не виновата. Ну да. Я говорила, он не станет меня слушать. Ладно, Нейт, корабли найдены. В Барнео? Да. И Чинтамани тоже? А ты откуда знаешь? А ты думала, Флинн сам обо всем догадался? Думаю, что да. Но камень они не нашли. Что значит они? Флинн и его клиент, Лазаревич. Ну, тот, чокнутый. Они с самого начала были заодно. Вот как. Камень они не нашли, значит, у нас есть время. Ты отведешь нас к ним. Перехватим сокровища у них из-под носа. Этого они не ждут. О да, месть сладка. Вот. Его звали Исполняющим Желание. Он священный. То есть вроде как Святой Грааль. Именно. Спасибо. Салли, послушай. В землях Шамбалы сокрыты величайшие из земных драгоценностей. Чистейшей воды сапфир синего цвета. Человеку не обхватить его даже двумя руками. Это же целые миллионы. Сотни миллионов. Есть еще дневники? Очень много. Лазаревич платил очень дорого за дневники Марко Поло. Он искал камень Чинтамани долгие годы. Если он надеется, что Флинн найдет ему камень, то будет искать еще лет 100. Если доберусь до архивов Лазаревича, я найду этот камень. Не горячись, ковбой. Это проще сказать, чем сделать. Архив в его палатке, а палатка в самой середине лагеря. Там очень серьезная охрана, солдаты. Повсюду. Ну, поэтому нужен свой человек, которому они доверяют. А, ясно, вижу, к чему ты клонишь. Их надо отвлечь. Мне нужно на 5 минут влезть в палатку, вот и все. Всего 5 минут? Прекрасно, даже раздеваться не придется. Хлоя, может, просто что-нибудь взорвешь? Взорвать? Ну, это просто. Ты с нами? Разумеется, я готов на все. Хлоя, как слышишь? Слышу хорошо. Мы уже близко.
Я заложила заряды взрывчатки по периметру лагеря. Приведите их в боевую готовность.